В этом году от региона очень много команд поехало на Робофинист. Впервые была проплачена частично поездка за счет областного бюджета, то есть каждый получил возможность купить себе билеты на областные деньги, было софинансирование, и было очень много интересных проектов. Участие ребят Челябинской области, а именно в Робофинисте, важно тем, что здесь совершенно другие проекты, чем в других соревнованиях. И это прекрасная площадка для того, чтобы меняться опытом, повысить свою квалификацию и педагогам, которые привезли команды, и детям, ну и, соответственно, администраторам, организаторам, которые организуют такие же мероприятия, очень много удалось подсмотреть моментов, которые затем будут применены в работе в Челябинской области.